Здравствуйте, уважаемые зрители YouTube, приветствую вас на канале НПО Энергокомплект. В этом видео я хочу продемонстрировать вам автономный светильник на солнечной панели с датчиком движения. Принцип работы его прост. В темноте при движении у нас срабатывает датчик движения и загорается светильник. Солнечная панель на хорошем солнце у нас выдает 5 вольт, 150, 100 миллиампер, что позволяет заряжаться литий-ионному аккумулятор, емкость которого 3000 мАч. Для зарядки литий-ионного аккумулятора используется модуль на микросхеме TP4056 с контроллером заряда. Ну, для работы используется транзисторный ключ на транзисторе тип 120. Ну, схему подключения полностью я оставлю. Вы увидите в видео, в самом видео. Так, ну а давайте теперь про датчик движения. Датчик движения HCSR501. Ссылку на него я оставлю в описании, также на все компоненты. Для того, чтобы датчик движения у нас работал только в темноте, мы припаиваем сюда фоторезистор. Также припаиваю сюда для исключения ложных срабатываний между ГНД и сигнальным проводом резистор емкостью 10 кОм. У нас имеется два подстроечных резистора и джемпер для переключения режима работы. У него два режима работы. H — это светильник у нас будет гореть, пока движение продолжается на протяжении всего движения. А L — это у нас режим работы на начало движения. То есть вы совершили движение, и светильник будет гореть на промежуток установленного здесь времени. Например, вы поставили на 2 минуты, ну, приблизительно на 2 минуты, то есть вы совершили движение, и датчик движения у вас будет, и светильник у вас будет гореть ровно 2 минуты. А если вы поставили в режим H, и пока вы идете, он будет гореть, ну, если вы, например, совершаете движение в течение 5 минут, то у вас светильник будет гореть в течение 5 минут. Вот. Ну вот, в принципе, все. Всем, кому понравился светильник, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал. Напоминаю, что спонсором канала является НПО Энергокомплект. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, до свидания.